До Дня Республики осталось 2 дня, но гости уже начали собираться. В Чувашию с рабочим визитом прибыла делегация из Белоруссии. Весной этого года с официальным визитом в Белоруссии побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Тогда речь шла о налаживании сотрудничества в области сельского хозяйства, электротехнической отрасли и химической промышленности. Вот и сегодня первым делом гости посетили чебоксарские предприятия. На ОАО в НИИРМ рассказали о продукции, новых разработках. Гости осмотрели производство. Сегодня мы находимся в институте. И сегодня было сказано, что часть оборудования работает на Минском тракторном заводе, на ТЭЦ-3. То есть сотрудничество идет, развивается. Нам интересно также сотрудничать в области поставки машиностроительной продукции сюда. Это комбайны, тракторы, зерносушильные комплексы, это автобусы, в том числе на газовом топливе, это коммунальная техника, в том числе на газовом топливе. У нас давнее сотрудничество. Буквально в прошлом году мы сделали поставку на Минскую ТЭЦ. Поставили свое оборудование в блочно-модульном здании. Сейчас работают наши наладчики. И есть еще проекты. Я думаю, что наше сотрудничество продолжится. После визита на предприятие гости отправились в Дом правительства. Там состоялось 9-е заседание рабочей группы по расширению научно-технических, торгово-экономических и культурных связей между Чувашской республикой и Республикой Беларусь. Конечно, переживаем мы довольно сложные времена. В целом, если посмотреть по торговле, например, Республики Беларусь с Российской Федерацией, у нас произошло снижение, по сути дела, вот за начало этого года, за первые 4 месяца, снизился торговый оборот на треть. Это же касается, по сути, вот и Поволжья, Приволжского федерального округа. Но отрадно, что отметить, что все-таки с Чувашской республикой, вот по данным нашей статистики, у нас торговый оборот практически не изменился. И другие структуры. Между организациями Чувашии и Беларуси сложились тесные партнерские отношения. Взаимный интерес у нас существует в производстве сельскохозяйственных машин, станков, коммунальной техники, оборудования для производства и переработки пищевых продуктов, лифтового оборудования. Сегодня есть хорошие перспективы для развития сотрудничества в химической и электротехнических отраслях, легкой промышленности, в области возобновляемой энергетики. Обсуждать планы по сотрудничеству стороны будут еще несколько дней. Представители Беларуси примут участие в Чебоксарском экономическом форуме. Он стартует 23 июня. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика.